День добрых дел. У Кирилла серьезное заболевание нервной системы и синдром Клайнфельтера. Это когда в клетках на одну или несколько хромосом больше, чем нужно. Такой недуг характерен только для мальчиков. В большинстве случаев они развиваются вполне обычно, но иногда, по неизвестным причинам, отклонение проявляется очень сильно. И это случай Кирилла. Сейчас мальчику 6 лет. Он почти не говорит. 7 слов, которые знает Кирюша, он использует только в общении с родными. Чужих людей ребенок сторонится. Вот-вот он научился бегать, но это дается ему нелегко из-за слабости рук и ног. Врачи говорят, что ввиду заболевания мозга у Кирилла отсутствует стремление к познанию своих возможностей, получению навыков. Когда пришло время садиться, родители посадили малыша. Ходить поставили его на ноги. Сам он не начал бы этого делать. Зато у Кирилла много увлечений. Он любит гулять, легко заинтересовывается чем-то необычным для него. Обожает мультики, часто пытается повторять речи и движения любимых героев. Мальчик рад, когда ему удается обмакнуть палец в соль и слизнуть ее. А если это сахар или сметана? Единственное, что расстраивает спокойного и улыбчивого Кирюшу, это когда его не понимают. Кирилл живет в Оричах. Вот уже 3 года, дважды в неделю, на электричке он с мамой приезжает на занятия в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Благодаря групповому и индивидуальному общению мальчик освоил алфавит, научился считать до 5, запомнил цвета и формы. Сейчас он готовится к школе, что требует от него невероятного терпения и усидчивости. Кирилл старается, педагоги его хвалят. Но без нашей помощи Кириллу и другим ребятам из центра «Дорогу и добра» не справиться. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 10-ю часть необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС. Ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.